Совсем скоро число крупнейших иностранных заводов, расположенных в Ульяновской области, увеличится. Трехстороннее соглашение было подписано сегодня утром между областным правительством, корпорацией развития и холдинговой компанией «Джунэн Хуанья». Гости из Поднебесной провели открытую встречу с врио-губернатора Сергеем Морозовым и представителями правительства, где обсудили ключевые направления и шаги по реализации проекта. Несколько лет назад мы поставили перед собой цель создать большой медицинский кластер. И у нас сегодня есть несколько не крупных, но очень интересных проектов в рамках этого кластера. И мы искали такого якорного инвестора. С приходом ваших компаний мы можем громко и вполне официально заявить о том, что проект медицинского кластера в Ульяновской области, один из самых крупных в Российской Федерации, начинает свою жизнь. Новое предприятие разместится на территории особой экономической зоны. Реализация проекта будет поделена на несколько этапов, в числе которых значится строительство завода и установка оборудования, расширение производственной линии и создание научно-исследовательской базы. Об этом журналистам рассказал директор пекинской торговой компании «Айди Шидай» Юй Джихай. Их компания займется реализацией проекта на территории региона. Мы выбрали Ульяновскую область не случайно. Это место с хорошими экологическими условиями, а ваше правительство поддерживает инвесторов, предоставляя хорошие условия работы. Для нас это гарантия. Объем вложенных инвестиций внушителен – 1,5 миллиарда долларов. Новая промышленная площадка по производству медицинского оборудования станет якорным проектом нового медицинского кластера и позволит привести в Россию передовую китайскую медицину. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости «Ульяновской правды».